На чемпионате Европы она не выступала, потому что на первенстве страны заняла только лишь 7-е место и в сборную не попала. У нас на Европе каталась Николь Гасвиани третьим номером. Но после финала Кубка России было принято решение, что все-таки серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира Алена Леонова добрала форму и достойно выступить на первенстве планеты здесь, в Лондоне. Лупа, каскаде тройных. А вот Ридбергер, к сожалению, с ошибкой тройной. Устраиваем. Двойной тулуп, по-моему, касание. Посмотрим, не уверен, но, по-моему, было касание свободной гильда. Сальков. Ну, это явно понятно. Надо собраться. Еще есть возможность. Лифт, улуп, есть, каскад, 3-2, молодец. Два с половиной смешек. Молодец, молодец, боролась. Видно было, как она на старт приходила, собиралась.
Как она волновалась, было видно. Потом встала в стартовую позу. Я подумал, ну хорошо, сейчас все отбросит и собраться прокатать. Но вот ошибка за ошибкой, как-то, знаете, ну, не знаю, не ожидаешь, когда волнуюсь и переживаю за спортсменку. Я лично вообще не ожидал, чтобы так решили, только, не знаю. Я, вроде объяснимый, вроде необъяснимый срыв. Очень досадно, жалко. Хорошая фигуристка. Программа шикарная. И скольжение, шаги, все. Но вот, опять говорю, к сожалению. Ну что, осталось положить оценки. Я думаю, что судьи, не знаю, может быть, ну, навряд ли придется рассчитывать на то, что будут снисходительны. Ну, по крайней мере, падение оттуда, конечно же, не скроешь. И зубец еще не закрут. Как-то можно скрыть, а падение, к сожалению, уже да. Жалко, досадно, конечно. Эмоциональная фигуристка, эмоциональная девушка Алена Леонова. Для нее очень важно вообще ее состояние как вне льда. И она признавалась о том, что какие-то такие события, которые происходят в жизни, например, смена тренера, когда она перешла от Пятого к Николаю Морозову, приехала в Москву, это послужило очень сильным для нее импульсом. Но эти все события в жизни, которые стряски такие, они действительно влияют на нее. И была надежда, что седьмое место на чемпионате России, вот эта вот очередная встряска, такое землетрясение, как-то разбудит прежнюю Леонову, и она сама об этом говорила. Но постаралась все сделать, очень много тренировалась перед этим чемпионатом мира. Но те проблемы, которые были в самом начале сезона, они так и не были преодолены. И вот эта нестабильность в прыжках. Я сейчас смотрел, Андрей, знаете, я вспоминал программу «Пираты Карибского моря». Помните, замечательно? Да, естественно, вспоминается прошлогодняя ее программа «Пираты Карибского моря». Она была какая-то живая, она ей шла, она вышла в совершенно другом образе. Знаете, там не было никаких сомнений в прошлом году. Она была поставлена, она очень ей нравилась. А в этом году была одна поставлена программа произвольная, потом решили поменять на другую. В общем, думали, решали они с тренером, с Николаем Морозовым. Вот в этой программе, ну, даже если посмотреть, хороший верх, да, хорошие руки, но при этом, конечно... Да, внимание как-то упущено немножко на ноги чуть, а там ноги тоже имеют большое значение в шаге. Ну ладно, посмотрим оценки. 102, 4 балла, ровно 4 балла не добирает на свой лучший результат. Самое жуткое то, что вообще-то ее лучший результат в карьере, это как раз чемпионат мира, прошлого года, а